Здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и мы продолжаем играть в GTA Vice City Definitive Edition. Офигеть, какая тут жопа творится на дороге. И первое задание будет у Рикардо Диаса. Мы приехали к нему. Да, действительно, как только я начал запись, так сразу упал FPS. Иногда он бывает 60, но обычно падает до 30, и это очень странно. Вот сейчас, вот, когда я бью, вот сейчас 60 FPS есть. Немного, короче, странно. The Faster's Bot. Во! У вас по гонорару теперь прибавилось. Поосторожней, ты с этой штукой не размахивай. Больше никакого голубиного дерьма на моей машине, нет? Короче, ты прав. Слушай, ты знаешь, у кого самая быстрая лодка? Да не знаю. У меня. Вернее, я хочу, чтобы так было. У любого контрабандиста отсюда до малого каркаса есть только одна мечта. Лодка быстрее моей. Ходят слухи, что в лодочной мастерской буквально вчера такую сделали. Для какого-то... Ахламон. Знаешь что, мне нужна такая лодка. Скотина, я же вроде бы стрельнул в тебя. Ах вы скотины дурацкие. Потише сделать надо немного звук. Мне так кажется. Хотя вроде и так нормально. Блин, я в этой шапке не очень хорошо слышу. Что в игре творится? Если честно. Давай отдышивайся быстрее, пожалуйста. Так, а куда? А, блин, я перепутал. Я перепутал. Просто... Я помню... Следующее задание, я помню, надо к причалу подходить. Начинается. Или там даже в кат-сцене надо подходить. Вот я и перепутал. Оказывается, нам надо... Отдышивайся быстрее. Оказывается, нам надо ехать в лодочную мастерскую. Кстати, там нас могут замочить. Так что надо быть там поосторожнее. Вооружиться было бы неплохо, на самом деле. Как следует. Так, я смогу выпрыгнуть туда? Да, конечно, смогу. Только вот не смогу через забор перелезть. Отдышивайся быстрее. Как ты долго это... Как ты быстро теряешь выносливость, а? А ну гони тачку. Куда? А ну гони тачку. В принципе, я... Ну, может, обойдемся. Без брони. Броня у нас есть, но, как видите, ее мало очень. Попробуем обойтись так. Ну и я помню, проходил это здание, никогда с первого раза его не проходил. Потому что там очень хорошо вооруженные вояки сейчас будут. И тут надо быть очень осторожным. Встану здесь. Было бы даже неплохо попадать в голову. Чтобы они подыхали быстрее. Сюда еще и копы теперь едут. Они вооружены крюгерами, это очень мощное оружие. Не самое мощное, но очень мощное это оружие. Ой-ой. Так, надо опустить лодку.
Но сначала надо найти... Скорее, скорее, жми! Ой-ой, что-то их слишком много. Они меня убьют сейчас. Да, меня сейчас убьют. Их слишком много. Короче, вторая попытка будет такой. Надо будет попробуем перестрелять их до того, как нажмем на рычаг. Я такое чувствую, что они появляются очень быстро все. И в этот раз я пробую стрелять из крюгер. Так, я слышу, кто-то стреляет, только пока не пойму откуда. По-моему, отсюда где-то. Больно. Ой-ой. Это еще и полицейский. Прекрасно просто. Бери крюгер скорее. Ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не, пожалуйста. Подохните, пожалуйста, все. Бежим скорее. Сваливаем отсюда. Все. Вторая попытка достигла своей цели. И плевать на три звезды, особняк Диаса прям по курсу. Отлично. Так, для следующего броня не пригодится. Я думаю, по крайней мере, так. Почему копы здесь... Что копы здесь делают, кстати? Блин, отсюда нельзя выбраться. Какого фига у меня за это здоровье отняли? Блин, сколько тут этих... Следующее задание от Диаса. Погнали. Сапли Демонт. Подглючило, по-моему, только что. Ну! Давай! Включайся, дерьмо, дурацкое, блядь! Что с тобой не так, а? Сдохни! Он заживал мой любимый фильм Эльбура. За такое я не прощаю. А ты его включил вообще в розетку? Чё? Блин! А, неважно, я 100 других куплю. Я это могу. Короче, слушай, Томми. Каждый месяц в Вайс-Сити на яхте прибывает торговец наркотой, становится здесь якорь. Он продает весь товар первым, кто доберется. Я хочу, чтобы ты взял катер и уделал их там всех. А товар мне привез. Окей? Замечательно, уничтожил DVD. Или это не DVD, что это там. Даже не включи, даже забыв его включить в розетку, зашибись. Да, вот почему я сюда пошел в тот раз. Ну что ж, дай-ка угадаю, ты считаешь, что мне нужен ангел-хранитель? Я просто хочу тебе помочь, приятель. Может, ты, конечно, можешь дальше строить из себя героя-одиночку, но однажды я спасу твою задницу от смерти. А ты полезешь в ад. Да, конечно. У нас тут конкуренты. Эй, а почему музыка играет?
И мы, кстати, узнали, что Диас сорвал сделку. Чем больше мы сейчас узнаем, тем меньше придется узнавать потом. Хороший подход у тебя, да. Дерзко. Блин. Давай, давай, стреляй. Сейчас Лэнс, Вэнс устроит вам дэнс. Вырубай радио. Давай, сзади. Сзади прям стреляй в него. Нам надо первыми туда добраться. Если, конечно, мы не будем врезаться в прибе. О, вон еще лодки. Надо обогнать их скорее. Вот влипнуть. А, вот так. Вот такие препятствия, это, конечно, ужасно. Давайте еще раз. Здесь хотя бы не нужно куда-то ехать снова. Да. Так мы же тут... У нас же не золотого цвета лодку мы добывали. Как это может быть не странно. А почему радио включается? Выключи это радио. Может, нам туда? По этому пути попробуем погнать. Как? Давайте по карте посмотрим, как лучше будет. Так, мы можем проплыть быстренько туда, потом сюда завернуть и оказаться там. Давайте попробуем. Главное не врезаться никуда. Быть осторожным на поворотах. Во, во, это был хороший путь. А теперь придется пострелять. Это кубинцы. Так, надо двигать Диасу побыстрее. Блин. Еще и копы теперь будут за нами. А, нет, уже не будут. И? Че, больше никого не будет? Блин, закат в Вай-Сити мне прям очень нравится. Просто очень красиво выглядит. Солнечный Вай-Сити такой. Опа, на причале. Появились чудики. Почему я не могу попасть в бочки? Попал. Долго не протянете. О, впереди, похоже. Блин, как тяжело стрелять, когда лодка так качается. Все, больше никто лодкой не управляет. И мы уже приехали. Ты хорошо стреляешь, приятель. Ты просто маньяк. Спасибо. Увидимся, Томми. Хорошо, мистер Бенс Дэнс. Так, теперь у нас остался один вариант. Из тех, которые я планирую, точнее, сегодня делать, это Кортес. Блин, я опять не туда иду. И увидимся у Кортеса тогда. Чик-чик. Томми, это Лэнс. Да? Как насчет рад тебя слышать, Лэнс? Может, будешь проще, а? Я сейчас немного занят. Че хочешь-то? Да ничего, просто поговорить. Слушай, Томми, мы совсем справимся. Ты и я. Течешь, да? Нам придется это сделать, Лэнс. Иначе мы с тобой покойники, согласен.
Но мы слишком глубоко влипли. Ну, спасибо, что позвонил. Так, я покупаю себе броню. Потому что она мне пригодится сейчас. Так, надо... Окей, написал. Serious, sir. Диас очень доволен и хотел бы тебя увидеть снова. Прекрасно. Хотя, конечно, я начинаю думать, что наши прошлые неприятности — это дело рук самого Диаса. Почему так думать? Потому против такого человека, как Диас, обвинения не выдвинешь. Ну, впрочем, не важно. У меня есть выгодное предложение. У меня нет времени на мелкие дела, кстати. А я считал, что человек такой кучей долгов будет хвастаться за любую возможность. Томми, выслушай хотя бы меня. Ладно. У меня есть покупатель на военную технику, которую сейчас везут по городу. Достань ее для меня. Как только ты это сделаешь, сразу звони, а затем... А. Так, в этой миссии нужно угнать у армии танк. Миссия... довольно-таки... непростая. Но... довольно-таки... ну, в принципе, и не сильно сложно. Ехать, по-моему, нам не близко, на другой берег. Так, и вот где лучше... А, прямо тут, наверное, можно повернуть. Вот здесь прям повернем. И танк где-то впереди. Но кроме одного танка, там еще будет целая куча машин военных. Так что надо быть наготове. А, они едут в эту сторону. Так, надо остановиться где-то впереди и начать по ним атаку. Что? У меня Крюгер закончился? Твою ж налево, надо было его купить в оружии, в амунации. Ой-ой. Занять оборону. Ха-ха-ха. А, я уж думал его против. Я уж думал, переедут его сейчас. Если... нет, если все будет вот так, то это... пипец. Так, вояки где-то там бегают. Так, еще здесь кто-то стреляет. Так, там еще кто-то сидит. Ого, они вооружены очень сильно. Я не хотел... Блин, оружие нормальное закончилось. Крюгеры у них можно поподбирать на самом деле и воспользоваться ими. Правда, Крюгера маловато у них. Вот, теперь нормально. Ну, не нормально, но побольше. А ну вылезайте оттуда. Вылезайте из танка, я вам сказал. Ну ладно, не хотите по-хорошему, значит...
Активируем протокол Дельта Индия Эхо. Начата процедура самоуничтожения. Блин! Взрыв. Очень скоро, но ехать недалеко, мы справимся. Обалдеть. Надеюсь, танк не взорвется от такого. Все, приехали. Все, копы отвалили. Где Томит? А, вот. Теперь ждем звонка. Томми, это Пол. У меня есть новости. Надо переговорить лично. Я слушаю музыку в клубе Малибу. Думаю, ты будешь очень признателен. Пока. Увидимся. Ладно, едем в Малибу. Эй, чувак, вылези из машины, пожалуйста. Надо заехать в амунацию сначала. Увидимся у Кента Пола. Чик-чик. Так. Приехали почти. Кто мне сейчас... Что сделал? Написал. В стиме, по-моему. Что-то вылезло только что. Dead Row. Не трясись, как парень, мы вытащим ее. Ты о чем? Мерзавец Диас, что в его бусы стало. Он схватил Лэнса. Говорят, дружок поднял на него на руку, но кишка танка оказалась. Куда он делал его? А ну говори. Наши едови, они отвезли его на свалку в другом конце города. Блин, ну ты ненормальный, конечно. В камеру. Камера смертников, блин. Что ж, похоже, придется разобраться с Диасом, пока он не убил нас. И мы, я думаю, этим займемся. Но сначала надо вытащить Лэнса оттуда. Блин, он помирает. Нам надо как можно быстрее доехать туда. Ой-ой-ой, только не переворачивайся. Да, еще и гроза прям. Тему практически. Так, я думаю, нам надо развернуться, чтобы быстрый отход пошел. Ну, еще кто-нибудь будет? Да, будет. Зачем я это спросил? Будет и очень много. Ого, а вот эта пушка классная. Отвлекся.
Ну, подходите еще. Тут по-любому кто-то еще есть. Вот все твои планы псу под хвост, из-за тебя все, блин. Ты все испортил, Лэнс. Он убил моего брата. Ты думал, что я ему газон благодарить теперь буду? Надо убрать этого чокнутого Диаса, пока он не убил нас. Ты сможешь ствол держать? Да, возможно. И я рад тебя видеть. Так. Я, по-моему, когда мы сейчас будем уходить с этой свалки... Тут никаких стрелков не будет. Но зато за нами будет погоня, когда мы будем уезжать от них. Давай в эту тачку прям садись. Та тачка... Эта тачка хотя бы... починитая. Надо быть очень осторожными, потому что эти люди Диаса очень... быстро ездят. Настолько быстро, что от них хрен оторвешься. Но мы должны... Как-то, ну, должны. Так, мы вроде бы оторвались от них. Ну, по крайней мере, мне так кажется. У нас есть шансы... уехать от них. Блин, Лэнса поранили сильно, надо в больницу его везти. Ну а после этого... кончать с Диасом. Отлично. Вообще без проблем мы это сделали. Давай, очухивайся побыстрее и встретимся на мосту Старайленд. Ладно, понял. А теперь едем к особняку Диаса. Пора валить его. Ух, я уже думал, я застрял. Ладно. Встретимся там. Чик-чик. Ненавижу, когда такое происходит. Томми, это Кортес. Меня французы тут достали уже. Проклятые лицемеры. Они сотню лет грабят. Страны. А меня при этом называют вором. Мне нужна твоя помощь, Миго. Поторопись, ты мне нужен, Томми. В другой раз, Кортес. Рабаут. Я тут пушек понакупил. Обалдеть, ты где все это раздобыла? Да на бережок черный день. Нравится? Да. Еще как. Офигенные пушки. Сейчас мы... как следует... наворотим тут все. Да, не сомневаюсь, что... пойдут сейчас войска на нас. Эта пушка просто обалдеть. Пушка очень крутая. Сюда. Да чё ты в него стрелял? Он уже и так сдох. Отлично, остался без башки.
Хорошо, хорошая пушка. Только с ней... Ой, ходит медленно очень. Чет. Послушай, Томми, у меня из комнаты вид на бухту тут, наверное, теперь будет. Чё, не вижу, блин. Кто-то стреляет, но я что-то не вижу, кто. А, ясно. Диас, я пришел забрать твой бизнес. Томми, ты предал меня. Идиот, блин. Я теперь убью тебя. Блин, Лэнс, ты мешаешься. Ого, Лэнс спас меня только что, по-моему. Вы скотские твари! Мой чудесный дом! Чё вы с ним сделали? Это за моего брата тебе. Я доверял тебе, Томми. Я хотел тебе дать что угодно. Пока, мистер Диас. $50,000 – это огромные деньги. Что ж, я предлагаю... Теперь этот особняк принадлежит нам. Давайте осмотрим его. Во-первых, здесь по лестнице кто звонит? Томми, дружище, у меня для тебя сюрприз. Я в студии звукозаписи с знаменитыми музыкантами. Почему тебе не заглянуть к нам? По-моему, это будет польза. Увидимся. Короче, в этом месте можно взять дробовик, да ты вот эту винтовку. Очень пригодится она нам. Там выход на улицу. Давайте по другим этажам пройдемся. На самом верху кто еще? Томми, помнишь меня? Привет, Сони. Да, Сони. Твой старый друг. Ты мне не звонишь, не пишешь. Ты больше не хочешь дружить? Я тут занят и пытаюсь разобраться во всей фигнёй, а ты даже не помогаешь мне. О, я виноват, значит. Впрочем, я слышал, что ты точно занят. Убиваешь наркодилеров, прибираешь город к рукам. Не забывай о нас, Томми, уверяю тебя. А тебе мы точно не забудем. Сони? Хе. А как он так быстро узнал, что я... город собираюсь прибирать к рукам и... Здесь вертолет потом появится. Что я вертолет... Ой, это... Город прибирать к рукам буду. Что я убиваю наркодилеров. Это же было пару минут назад. Как он так быстро это узнал? Я свалил случайно. Так, ту комнату вы уже видели. Осталась последняя комната вот здесь. Здесь можно взять здоровье, тут барная стойка и все такое. Ладно, на сегодня мы закончим. С вас лайк, подписывайтесь с меня, эпичный видос, подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.